уважаемые наши. В 1997 году в коллективе произошло три больших события. Первое – это участие в городском конкурсе юных дарований по калейдоскопу. Второе – именно на этом конкурсе коллектив определился с названием. Толчком этому послужило неожиданное постановление оргкомитета конкурса. При объявлении номера объявляется только название коллектива. Два дня набирали себе название участники, это так и пришли на конкурс в сомнениях. Разгуляй или карусель. Конкурс вел тогда известный ведущий шоумен Леонид Булышников. Видя растерянность участников, он, не задумываясь, сказал: «За вашу неугомонность и номер, в котором вы выступаете, самое точное название – разгуляй». И, повернувшись, добавил: «Я пошел объявлять». Так с легкой руки Леонида Булышникова безымянный до того времени коллектив обрел название «Разгуляй». Свою первую победу, став лауреатом конкурса. Это событие тоже, по-моему, заслуживает.